Кайрол Конхурмитте телекорермендер, еще раз добрый день, уважаемые телезрители. Мы начинаем брифинг региональной службы коммуникации. Бүгінгі брифингтің тақырыбы төтенше жағдай кезіндегі жедел әрекет ету бойынша ахуалдық штабты құру. Тема сегодняшнего брифинга – создание ситуационного штаба по оперативному реагированию на период чрезвычайного положения. Позвольте представить наших спикеров. Сакен Рустемович Нуртазаев, руководитель управления информатизации государственных услуг и архивов Западно-Казахстанской области. Петр Станиславович Лежников, председатель IT-ассоциации Западно-Казахстанской области. Сакен Рустемало, хош келдіңіз, сөз кезегі өзіңізде. Рахмет. Қайырлы күн, құрметті облыс пен қала тұрғындары. Облыс әкімінің тапсырмасына сәйкес төтенше жағдайлар кезеңіне жедел ден қою жөніндегі ахуалдық орталық құрылды. Арнайы орталықтың алдында облысымызда енгізілген карантин режимінде халық пен мемлекеттік органдардың арасында туындайтын сұрақтарды жан-жақты талдау және жедел шешу міндеті қойылды. По поручению Акима области создан специальный ситуационный центр по оперативному реагированию на время чрезвычайного положения. Перед центром поставлена задача анализа проблемных участков и оперативное решение возникающих вопросов среди населения, государственных органов во время карантинного режима. В состав вошли общественные организации, активные жители города и IT-сообщество. Я хотел бы рассказать немного о работе центра, какие меры были предприняты. Первое. В максимальные сроки разработан сайт stopcovid.kz. На данном интернет-ресурсе размещена актуальная информация по мерам профилактики коронавируса. На данном сайте можно подать заявку для разрешения на перемещение граждан по городу и пересечению блокпостов. Также актуальны номера телефонов колл-центров, вкладка «Часто задаваемые вопросы» и, естественно, ответы на них, а также актуальная информация по наличию средств индивидуальной защиты в аптеках города, статистические данные по распределению коронавирусной инфекции. Вся актуальная информация, а также принимаемые решения местными государственными органами будет обновляться на данном сайте в оперативном режиме. В связи с ограничением о свободном передвижении в оперативный штаб города поступают жалобы от предприятий города по ускорению процесса обработки заявок и разрешения на передвижение. Здесь необходимо еще раз пояснить. Разрешения выдаются только тем организациям, которые входят в перечень, чья деятельность является важной для жизнеобеспечения населения области. Я, к примеру, могу рассказать о перечне, который здесь в постановлении указан. Это больницы, поликлиники, социальное обеспечение, дома престарелых, электроэнергетические компании, водоснабжение, нефтегазовая промышленность, газоснабжение, теплоснабжение, услуги электриков, сантехников, банковские услуги, почтовые, курьерские, грузовые перевозки, обрабатывающая промышленность, сельское хозяйство, продуктовые магазины, аптеки, АЗС и другие важные услуги, в том числе сервисы по доставке продуктов питания, лекарств и медицинских изделий. С полным перечнем можно ознакомиться на сайте stopcovid.kz. Ранее городским штабом были выданы разрешения 800 организациям для передвижения по городу. Вы это все знаете. С условием того, что их сотрудники будут передвигаться с наличием справки с места работы. Однако обнаружены факты злоупотребления данным условием. К сожалению, некоторые недобросовестные предприятия начали штамповать справки с места работы и раздают своим родственникам и друзьям. В этой связи мы переходим на новую систему контроля по передвижению. На сайте stopcovid.kz предприятие или ИП может подать онлайн-заявку от руководителя или представителя со списком сотрудников, действительно необходимых для жизнеобеспечения области,
или города. Данные списки сотрудников будут проверяться. Теперь о преимуществах новой системы. Процесс обработки заявок автоматизирован и увеличена скорость принятия решений, то есть выдача разрешений в день. Таким образом, будет сформирована единая база, которая будет отображаться на планшете у сотрудника полиции. В свою очередь, полицейские через приложение «Сергек», которое у них установлено, будут вести контроль по городу согласно поданным спискам. Данная система будет касаться как государственных учреждений, так и коммунальные и частные предприятия. Касательно организаций, получивших разрешение ранее, эти разрешения остаются действительны, однако они должны просто приложить список сотрудников, которых они считают необходимыми для передвижения по городу. Эти списки они должны предоставить до 10 апреля 12 часов ночи. Касательно работы сотрудников полиции, мы совместно с департаментом полиции тесно взаимодействуем. Ежедневно просим их быть максимально вежливыми и относиться с пониманием к каждой отдельной ситуации. Я уверен, что основная часть так и делает. В свою очередь я хочу призвать и наших горожан относиться к этой ситуации с пониманием и призываю всех быть солидарными во время карантина. Касательно предприятий, которые находятся в районах, но приезжают в город по своим делам. Им также необходимо на сайте stopcovid.kz выбрать район, подать онлайн-заявку со списком сотрудников. Обработка и выдача разрешения также автоматизированы. Вся инструкция касательно регистрации размещения на интернет-ресурсе StopCovid размещена, и она достаточно упрощена. Также я хотел бы рассказать еще об одном проекте, который нашим центром был введен. Эта ситуация касается тех жителей, которые находятся на домашнем карантине. К сожалению, есть случаи, что жители нарушают домашний карантин и выходят на улицу. Для этого постановлением главного санитарного врача города Уральск от 6 апреля принято постановление, где необходимо установить приложение «Смарт Уральск». Это будет высвечиваться только у тех жителей, которые находятся на домашнем карантине. Они должны одной кнопкой, наверное, на экране показывает, одной кнопкой установить, что он на домашнем карантине, принять условия инструкции, включить GPS и всегда должен быть подключен интернет. Данные меры, опять-таки повторюсь, вводятся для того, чтобы у нас был контроль над теми, которые находятся на домашнем карантине. К сожалению, не все граждане относятся добросовестно и сидят дома. Поэтому там, где есть явные риски, мы постараемся, конечно же, с согласия жителей контролировать их перемещение. Их перемещение должно быть только дома. Вы знаете, это есть постановление, это согласно закону. Я бы хотел бы еще раз обратиться к горожанам. Все меры, вся система, которая принимается, в первую очередь направлена на сохранение нашего с вами здоровья и наших жизней. Когда вопрос касается наших детей, дедушек, бабушек, старшего поколения, мы должны максимально сделать все, чтобы этот вирус нас обошел. Я думаю, бизнес и население в целом согласны со мной в этом. Вторая задача наша – минимизировать бюрократию и создать условия для населения, чем мы и продолжим заниматься. Дальше я хотел бы, чтобы подробно рассказал о наших проектах. Наш активный житель в нашем центре, он возглавляет IT-блок, является председателем IT-ассоциации, это Петр Лежников. Я хочу, чтобы он рассказал подробно о проектах. Благодарю. Вам слово. Спасибо. Итак, на базе ситуационного центра
для чего был создан институционный центр именно на базе управления информатизацией. Дело в том, что процессы, которыми выстраиваются в рамках ЧС, необходимо а. Оптимизировать и б. Цифровизовать. Мы от IT-сообщества выступили с предложениями оказать помощь государству именно в решении, в автоматизации тех процессов, которые сейчас внедряются здесь с колес, можно сказать. Центр создан 6 дней назад. Буквально за эти 6 дней созданы уже и выработаны решения, и они оцифрованы. Как уже говорилось, это стоп-ковид, внедрено решение и на карантине. Также решалась проблема со связью на блокпостах. Наши ребята выезжают организовывать мобильную связь, чтобы все планшеты на блокпостах работали, все информационные системы работали, чтобы проблемы с очередями уменьшить. Кроме этого, было оцифровано про модуль с волонтерами. То есть обращения волонтеров сейчас поступают в колл-центр, и также они все регистрируются, обрабатываются, потому что до этого это происходило просто по звонкам на телефон или там по WhatsApp. Сейчас это также через единый колл-центр все проходит. Еще один проект сейчас находится на стадии внедрения. Я думаю, может быть, мы его сейчас не будем озвучивать, но работы много очень. Я хотел поблагодарить всех айтишников, участвующих в разработке программных продуктов, которые, поверьте, работают день и ночь для того, чтобы обеспечить качество и выдать продукт, чтобы уже работа началась. Отдельно по ситуационному центру в рамках решения задачи о выдаче разрешений отдельно встал большой вопрос по организации «Понятно», предприятие «Понятно», госучреждение «Понятно». Отдельно большая категория граждан – это дачники. В связи с этим много вопросов возникает, как это будет организовано, как будет передвижение дачников, недовольства какие-то есть. Я сейчас хочу выступить как член правления даже от общественно-городского объединения садоводов-огородников и пояснить ситуацию именно по перемещению по спискам по дачникам. С оперативным штабом есть договоренность следующего характера. Всех дачников можно разделить на две большие группы. Это постоянно проживающие и приезжающие на дачные участки. Так вот, с приезжающими, чтобы не было разночтений, разногласий, чтобы было понятно. А то по СМИ не очень корректная информация прошла. Итак, по проезду и выезду. Суббота, утро можно заезжать, вечером выезжать. В воскресенье утро можно заезжать, вечером выезжать. Можно оставаться с ночевой на дачных участках. Имейте в виду, никто не говорит, что в субботу только въезд, в воскресенье только выезд. Суббота, воскресенье, пожалуйста, можно посещать дачные участки, делать необходимые там приготовительные работы. Да, мы знаем, что в социальных сетях активно обсуждалось, почему отменили день среду, но среду отменили еще из-за того, что очень много работающих людей не могут посетить дачи, поэтому решили два дня оставить, именно субботу и воскресенье. Ну и погодные условия, тоже понимаете, какие сейчас похолодания, полив еще далеко не везде налажен, поэтому вот таким образом. Вторая большая группа дачников – это те, кто постоянно проживает на дачных участках, им нужно своему председателю подать необходимые данные, и они будут включены в общий список, чтобы они могли выходить со своих дач, аргументированно посещать аптеки, магазины и обосновывать свое нахождение на дачных участках. Отдельная группа еще – это те службы, которые для жизнеобеспечения ПСТ, это сторожа, сварщики, электрики, председатель, кассир. Отдельная группа, у них будет доступ на данные участки в течение рабочего дня, в течение недели. Все списки нужно подавать в общественное объединение УГАСО, которое уже их будет консолидировать и предоставлять в Акимат, где это все будет фиксироваться оператором определенного УГАСО. Отдельный блок – это Зачаганский населенный пункт большой, куда входят такие ПСТ, как «Космос», «Отдых», «Стеновик», «Уралочка», «Дорожник» имени Комарова и Зачаганский, собственно. Они остаются в своей деятельности так же, как все остальные жители города. То есть им списки постоянно проживающих подавать не надо, потому что там очень большое количество проживающих, и они считаются как обычные жители города. И на них все обычные правила распространяются. Вот. Соответственно, эти все списки подаются, и работа будет организована таким же образом, как и с предприятиями, с госорганизациями области. Вот все пояснения.
по IT, и по дачному направлению. Я хотел бы также обратиться к представителям средств массовой информации в пользу случая. У наших коллег на них лежит большая ответственность по освещению всех мер, которые принимаются сейчас штабом. Поэтому как вы осветите данные меры, так и будет население воспринимать все, что сейчас происходит у нас в карантинном режиме. Поэтому я хотел бы попросить, чтобы максимально отнеслись объективно, подробно и информативно. Я уверен, что все наши представители средств массовой информации подходят к этому делу профессионально. Я готов также максимально сотрудничать. Наш центр открыт, он находится на базе управления цифровизацией. Мы готовы отвечать на все вопросы, которые возникают у населения, в том числе и у самих представителей средств массовой информации. Спасибо. Уважаемые спикеры, благодарим вас за предоставленную информацию. Уважаемые телезрители, на этом наш брифинг подошел к концу, а сразу после небольшого перерыва начнется брифинг на тему установления инвалидности и особенности порядка оказания государственной услуги, установления инвалидности и степени утраты трудоспособности на период чрезвычайного положения. Не переключайтесь.